Ребятки, с вами снова Немезис. Ну что же, это у нас уже 28-я часть нашего с вами прохождения ПГ с нуля на новичковом аккаунте. Ну что же, продолжаем сегодня проходить кампанию, да, потому что я ее не допрошел в прошлой серии. Как вы помните, мы остановились на 7-м уровне, да. Сегодня я хочу завершить полностью первый мир, поэтому не томим, сразу идем в кампанию, вот. Что у нас там дальше? Играем, конечно, на сложной сложности. Вот, и осталось у нас 2 уровня. Да, сегодня нужно их пройти. И желательно, конечно, на 3 звезды. Вот, как вы помните, у нас достаточно сложный был мост и тюрьма. Ну и лес тоже был непростым. Вот, больше всего, конечно, мне доставила проблем карта именно тюрьма. Лес, конечно, был сложный, но не так, да, здесь мне, видите, рекомендуют уже взять героя, но я не стал героя брать, потому что боевая, в принципе, была неплохой. Вот, сегодня мы идем на зону 52, посмотрим, мне кажется, тут не будет очень сложно, вот, но опять у меня герой рекомендует, что у нас по полоске, полоска не изменилась, вот, ну ладно, зона 52, так это правда, посмотрим, что они тут прячут, да, посмотрим, погнали. Я попытаюсь забыть эту ужасную ночь. Да, ночь была реально ужасная. Слендер, конечно, доставил проблем. Очень живучий, телепортировался. Ну, посмотрите предыдущую серию. Наконец-то нашли мы зону 52. Есть кто-то дома? Да, сегодня надо двустволку, кстати, попробовать. Вот я сейчас тут по комиксу увидел. Давайте попробуем двустволочку взять. Вот, хотя мне рекомендуют героя, но мне интересно, что будет делать двустволка. Вот она такая. Блин, мне очень нравится модель. Надеюсь, что реально завезут эти пушки из компании в обычные матчи, чтобы я смог двустволочкой поиграть. Блин, будет круто. Основа редкая, дробовик, темп стрельбы 58, стимость 2, подвижность 65. Ну, в принципе-то неплохо. Хотя эффективность 7, да, вот это проблема, что не прокачивается. Модули можно вставить. Ну, давайте вначале попробуем без модуля, а потом с модулями. Вот. Ну что, погнали, зона 52. Господи, я думал, тут звук какой-то, кого-то распылили что-то. Думал, тут кто-то играет. А раньше здесь, кстати, играли. Здесь раньше игроки бегали, помню. Очень-очень давно. Так, ну, слушай, пистолет. Да, действительно. Да. Мне нужно убрать звуки. Мне нужно убрать звуки. Во, да. Забыл, потому что они очень громкие. Надо будет все это настраивать. Я уже понял, как это делать, поэтому на следующую серию настрою. Обещаю, попробую настроить. Вот, надо будет в Ютубе гайды посмотреть. Блин, ну что-то они зажимают. Я там видел алмаз, поэтому алмаз мы подберем. Слушайте, они зажимают, так хорошо. Тут надо смотреть по сторонам. Ну, вроде не так-то и сложно. Так, ну как мне это подобрать-то? Откуда мне спрыгнуть? Как мне тут интересно сейчас забирать. Ну, сейчас попробуем, ладно. Как-нибудь двойным прыжком. Без двойного прыжка это, кстати, не забрать. Насколько я знаю, рокетджампом только если. Так, ну тут не допрыгивает, блин. Что, протонку использовать? Но я не хотел, я хотел без протонки. О, собрал, все, отлично. И они, кстати, меня здесь не видят. Ну, что у нас по двустволке? Ну... Понятно, понятно. Не очень. Ну, сейчас попробуем модули вставить. Ой, тихо, тихо. Зажимают. Давайте попробуем модули вставить. Мне кажется, с модулями это будет лучше. Слава богу, раньше и модули нельзя было вставлять. Сейчас-то хоть можно. Раньше нельзя было модули вставлять. Так, все, погнали. У меня все время полноэкранный режим еще вылетает. Так, ну, разница есть. Разница реально есть. Отлично. Но мы все равно сейчас уберем, потому что патроны уже закончились. Так, где мой боевая? Берем боевую. Да что ж такое, слушайте, полноэкранный режим меня бесит. Почему на escape он выходит, да? Ну, значит, не будем escape нажимать. Тихо-тихо-тихо-тихо. С бластером. С бластером опасные. Так. Что у нас дальше? Можно, кстати, на тяжелый пулемет сейчас посмотреть. Мне кажется, можно тоже модули вставить будет. Что, он у меня голый? Сейчас попробуем. Так, тихо. Тяжелый пулемет. Ну, понятно. Да что ж такое, я же сказал, на escape не нажимать. Я привык на escape нажимать, чтобы выйти.
А тут он мне полноэкранный режим убирает. Так, тихо-тихо-тихо. Ну-ка, что с первым модулем? Ну, получше, но... Видите, что-то долго умирает. Слизняк все равно долго умирает. Ну так, может быть, поможет как-нибудь. Посмотрим. Пока что никакой особо пользы не вижу от тяжелого пулемета. Давайте попробуем арбалет. Так, арбалетом убил. Тебя тоже убил. Вот арбалет вообще классный здесь. Арбалет хорошая вещь. Даже без модулей. О, смотрите, пауки вообще с одного умирают. Красота. Так, еще паук. Тихо. Еще монстр. Уносим. Можно попробовать туда. Блин. Никого нет. Так. Там монетка еще внизу, я помню. Сейчас заберем. Давай, иди сюда. Это у нас сервер. Видите? Вот так. Это у нас ресепшн. На ресепшене никого. Они у нас есть в туннеле, да? Ну, выносим. Выносим их. Можно пистолетом, кстати. Почему бы и нет? Вот, ну, вот, да, этот уровень полегче, чем предыдущий. Так, о, слизняк, ты оказался сзади все-таки. Где-то он спрятался. Так, тут у нас еще монстры. Вынесли. И остался последний, но мы его пока трогать не будем. Вон, видно, монетку сейчас заберем. Отлично. И тут у нас никаких патронов нет. Да, у нас тут, видите, инопланетяне. Нет, патроны есть, поэтому патроны забираем. И главное отсюда выйти из этой комнаты при боссе, потому что он здесь может зажать. Поэтому выходим и выходим в главный коридор. Тут будем его сейчас валить. Так. Видите, он у нас там заспавнился. Ну, сейчас он сюда пройдет. Да, идет потихонечку. Отлично. Только он у нас скорострел, поэтому... Поэтому, чтобы он мне повреждений не нанес, надо очень аккуратно его гасить. Так. Вот видно. О-о-о-о. Так. Ой-ой-ой, капец. У меня может попасть. Нет, не попал. Увидел. Так, ну он отсюда меня не видит. Главное, чтобы он меня не зажал. Так, еще маленьких своих. Слушайте, живучий достаточно. Мы его, наверное, до самого начала сейчас вести будем. Ой-ой-ой. О, попал. Капец. Капец, попал. Ой-ой-ой. Сложный босс-то достаточно. Так. Ну как, ну... Он потому что стреляет, видите, такими залпами на дальние расстояния, поэтому и сложный. Ну, а так-то что он? Медленный. Вот. Ну и живучий, да, естественно. Так, ну, будем арбалетом. Хотя не до самого начала, мне кажется, тут будет самое то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пулеметчик. Остановись. Так, вроде не стреляет. Ой-ой-ой, начал стрелять. И вот этих мелких надо еще убить. Что-то они это... Так, идет-идет. Осторожно. Ё-моё. Капец, слушайте, сложный босс, да? О, тут можно и с повреждениями пройти так. А я не хочу. Там броня есть, сейчас подберем. Попробуем автоматом. Да, автоматом хорошо. Попал собака. Ну... Так, ну все, сейчас он уже откинется. Капец, он это пулеметчик, его только вот так гонять. Давай, умирай уже. Слушайте, живучий-то какой, а, капец. Ну вот, да, вот на этом коридоре его можно убивать. Все, отлично. И нам выпал пистолет. Что ж, прошли без повреждений. Ну, броню покоцали, но это не считается. Главное, что жизнь оставили. Вот, да, видите, без урона по здоровью и пройти на высокой сложности. Так, ну что, ну несложный был уровень, в принципе. Босс, конечно, доставил проблемы, остальное все фигня. Пошли дальше, школа. Вот школа уже, видите, шкала у нас капец пополнилась. И мне рекомендуют двойные эти, красную двойню взять и героя все-таки. Еще гранатомет рекомендуют с этой снайпой. Ну, раз рекомендуют, значит, надо что сделать? Правильно взять. Ну, попробуем, может, арбалетом. Не будем брать вот эту снайпу. Как-то зачем? Мне кажется, арбалет поинтереснее. Хотя не знаю. Рекомендуют мне эти, но у меня антикварный. Даже не знаю. Ну, давайте пока не будем брать и гранатомет. Вот гранатомет я возьму. Гранатомет, раз мне рекомендуют, я беру. И берем еще модуль. Все. Взяли у нас гранатомет обычный.
Да, у нас тут выстрел навесом, поэтому не очень будет, конечно, удобно, но зато урон по зоне существует. Редкая пушка, да, тяжелая, редкая. Темп стрельбы 64, это в принципе нормально. С подвижкой 65, нормально. Но будем каждый раз перезаряжаться, поэтому нужно будет искать патроны. Это, если что, характеристики пушки на всякий случай. Вот, ну, раз рекомендуют, наверное, будет нормально. Я не знаю, насчет вот этого пока не хочу. Попробуем. Окей, пришло время с этим покончить. Да, пришло время закончить первый мир. Погнали. Скрип-скрип. В этой инопланетной тарелке у нас оказался кто-то. Оказался у нас ученый. Не стреляй в меня, говорит. Ну, не будем, конечно. Я знаю, где находится портал. Все монстры пришли из него. Ну, портал у нас оказался в школе. Используй джип. Только ты сможешь остановить все это. Неужели это конец? Нет, это, к сожалению, не конец. Это один из четырех миров компании. Поэтому, да. Ну что, теперь у нас полный арсенал обычных пушек. И я не смогу ничего случайно по ошибке взять. Вот, ну как случайных, рекомендованных. Так, ну слушайте, вот это уже сложный мир. Вот это уже сложный, ой, мир, говорю, уровень. Тут у нас видно из Silent Hill мобы очень живучие и могут зажать, если не двигаться. Вот, эти еще стреляющие у нас появились. Так, ребят, я не знаю, получится у нас тут без повреждений пройти или нет. Но что-то они прям... Капец, надо отсюда валить, я понял. Я понял. До свидания, я ухожу. Ой-ой-ой. Так, тихо. Капец. Ну, отстреливаем. Тут у нас еще видно... Видимость плохая. Так, не, ну арбалетом они нормально гасятся, поэтому я и не стал эту партизанку брать, нафиг она нужна. Главное чекать тот коридор, потому что с того коридора могут быть тоже мобы. Так, осторожно. Ну тут вроде, ну могут спокойно прийти плюющиеся всякие. Так, ну будем его, будем их тут гонять. Тут главное, чтобы не зажали. И вот этого, главное плюющегося. Тихо, осторожно. Так, отходим. Будем их, блин, ну они зажать могут. Блин, не попал. Берем гранатомет. Точно. Че я это? О, гранатомет-то пошел. Нормально. Плюющийся. Так, и мелкий у нас, видите, пришел оттуда. Так. Блин, ну они сложные. Слушайте. Ну пока ни разу не попали. Так, и патроны обязательно экономим. Так, вот они пришли. Отходим. И еще сейчас секреты надо обязательно взять. Только я, естественно, не помню, где они. А, нет, один помню, один помню. Тихо, вы что такие быстрые? Отходим. Кидаем гранату. Отходим. Так, убил кого-то? Да, кто-то откинулся. Так, это плохая идея. Ну, лучше всего арбалет. Тихо. Чуть не ударил меня. Лучше всего арбалет брать. Так, и боевую. Боевую обязательно. О, боевая уже все. Походу мне придется героя покупать. Походу мне придется покупать героя. Видите, что происходит? Они очень живучие. Они не умирают. Так, у нас оттуда идет еще. Так, ну мы их выносим. Так. Вот этого выносим и идем туда. Давай, антикварный. Давай. Спасай. Тихо. Так, и тут мобов полно. Ой, я зря, наверное, сюда приперся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, зря приперся. Так, броню подбираем. Капец, так, вон там алмаз я вижу. Ой-ой-ой, я так сейчас допрыгаюсь. Слушайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сложный уровень. Смотрите, как я про них. Это, отскочило, а? Круто. Так, пошел отсюда. Зажимают. Давай. Успел. Так, пулемет берем. Тяжелый. Экономим патроны. Так, ну только подвижка здесь плохая, поэтому... Надо, не знаю, с умом это использовать. Так, тут есть кто-то? Так, тут никого нет. Ну, вроде они уходят у нас потихоньку, мобы. Фух, реально сложно. Сложная сложность. Блин, капец. Так. Ну, вроде откидываются потихонечку. Ладно. Так, тут еще у нас умер. Так. Ну, вроде они только с ближним боем у нас, поэтому и не сложно их убивать. Давай, кидаем гранату. Так, подорвались. Отлично. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отходим. Медсестра. Тихо, школьная медсестра чуть меня не загасила. О, там плюются еще. Так, тут никого. Все, ну, значит, стоим тут и выносим. Выносим. Видите, они успевают подойти ко мне.
Живучий очень, очень живучий. Так, главное, чтобы сзади никого не было. Я очень сильно рискую, но вроде никого. Ладно. Так, отходим. Да, тут никого, слава богу. Значит, мы можем спокойно сюда выходить. Так, и у нас тут еще, я помню, босс сложный достаточно, даже до обновления кампании, поэтому здесь он еще, наверное, сложнее будет. Так, попробуем алмаз взять. Ну, я очень сильно буду рисковать. Так, а как мне этот алмаз-то подобрать, реально? Никак, наверное, я его сейчас не подберу. Хотя у меня есть обычный гранатомет, можно попробовать заракиджампить. Да. О! Я чуть не упал, боже, это было бы обидно. Это было бы очень обидно, если бы я упал. Так, ну все, слава богу, нормально. Я уже думал, все, капец, заново проходить. Так тихо плюется. Вот эти плюющиеся, они очень много проблем доставляют. Поэтому обязательно. Так, броня. Благо у нас была броня. Так, идет. Идет у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там плюющийся. Так. Тихо. Все, вынесли. Кто у нас еще? Так, монета вроде у нас вот здесь. Вот здесь она. Да, все, я был прав. Помню. Память не изменяет. Так, ну что, остался последний моб. И, конечно, капец мне, наверное, сейчас будет. Так, Silent Hillский моб. Пошли. Да. Ой. А, это я на лаву наступил. Так, ну выносим его тяжелым пулеметом, я думаю. Так, где у нас босс? Мне очень интересно знать. Так, он у нас там. Все, я понял. Как он идет? Я не знаю, как он идет. По-моему, он... Он у нас в том коридоре, да? Ага. Так, ну он у нас лучник. Он гасит на дальнее расстояние. Но я тоже арбалетчик. Тихо. Так. Как мне его убивать-то без повреждений, приказываете? Я вот, честно, понятия не имею. Так, отходим. Давайте попробуем автоматом. Блин, да он видит меня нафиг. Вот это я сейчас промансил. Видали? Так. Вот в том-то и дело, что я не вижу, стреляет он или не стреляет. Вроде не стреляет. Нет, он сюда идет. Поэтому пусть он сюда заходит. Давай, иди сюда. Паучара. Идет? Так, он стреляет нафиг. Он стреляет. Очень боюсь. Давай, иди сюда. Мансить? Нет. Очень опасно мансить. Сейчас мы будем его в школьный двор выманивать. Иди сюда. Сейчас оттуда выйдет. Да, отлично, гранатой попал. Сейчас берем тяжек. Давай. Оп. Попал. Вот. Вот это, конечно, вот это проблема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, плюющиеся меня окружили нафиг. Выносим их. Надо плюющихся обязательно вынести. Капец, я не ожидал от них. Так, ну видите, он у нас такой неметкий достаточно лучник. Ну, зомби, что можно с него взять? Так, и, кажись, мне сейчас кирдык будет, потому что он меня может спокойно зажать. Так, не выстрелил. Так. Ну, почти я его убил. Почти. Так. Давай. Немножко осталось. Еще. Все, ребятки. Фух, капец. Если бы я не мансил... Меня бы тут вынесли просто на изи. Все, ребятки, поздравьте меня, мы прошли первый уровень, первый мир на сложной сложности. Это было нелегко, реально было очень нелегко, но я это сделал. У нас новое достижение — пиксельный человек. 13 монет, 15 хп и 5 алмазов. Все. Так, и мне говорят улучшить оружие, значит, я повысил свой уровень. Далее. Окей, вот и портал. Да, ребятки, мы это сделали. Второй мир, наверное, будет еще сложнее. Что же я должен сделать? Ну что, прыгнуть в портал. Дом, милый дом. Да, к сожалению, мы не домой возвращаемся. Вы разрушили мой мир, и теперь я иду за вами. Разозлился пиксельный человек, пиксельмен. Вот, ну что же, все, мы прошли. Блин, было реально нелегко. На самом деле, реально было нелегко. Но
Как вы видите, на 3 звезды с рекомендуемыми пушечками на сложной сложности мы это сделали. Вот, далее у нас идет второй мир, мир из блоков. И что же у нас тут? Ой, ну, сейчас я не буду, наверное, играть, да, в следующей серии будем. Помогите! Да, мы стелепортировались не домой, а в деревню. Нас напала курица, напала не на нас, а на девочку из компании. Привет, курица. Ну, с курицей здороваться, конечно, да. Так, ну ладно, я сейчас не буду играть. Я сейчас, наверное, выйду в меню. Да ё-моё, я сказал, выйду в меню. Чё-то я все время нажимаю Escape, и у меня это... Так, у меня тут это... Я думал, он мне будет рекомендовать какие-то пушки, а он мне ничего не рекомендовал. Он мне сразу... Ладно, хотел посмотреть, какая у нас там полоска просто будет и что мне будет рекомендовать. Вот, мне кажется, этот мир будет тяжелее на самом деле, потому что, да, потому что тут уже, конечно, сложнее мобы всем. Вот, но это будет в следующей серии, да, ребятки, я хочу компанию сейчас прям по полному проходить все эти. Что у нас тут? Купи оружие один раз, 20 алмазов халявных, спасибо. Вот, так что да, если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, сервер Greenpeace в описании. Насчет GP3, я так подумал, в принципе, мне сейчас не критично, поэтому посмотрим еще, посмотрим. Наверное, все-таки я возобновлю его, наверное, возобновлю, но как будет, вот, как-то, в принципе, так. Все, всем спасибо за просмотр, с вами был, как обычно, Nemesis, всем удачи, ребятки, и всем пока-пока. Oh,